Сижу, мне вообще спать надо, но я не сплю. Я не сплю. А все потому, что я играю в Roblox, ребята, я вернулся. Так, что здесь происходит? А. Ну, короче, ребят, всем привет. С вами я, Дима. И у меня почему-то Roblox вылетел. По каким-то обоюдным причинам. У меня вылетел Roblox. И сейчас продолжим. Я не буду сейчас вот в этого игрока, которого вы только что видели, одеваться. Я лучше оденусь в того, кого вы привыкли видеть. Хотя нет. Нужно одну серию так поиграть. Короче, ребят, это я, Дима. Я вернулся. И сегодня мы будем играть в Roblox. А не просто в Roblox. Мы зайдем. Как вы помните, я посадил в тюрьму одного босса. Из-за чего он мне теперь мстит. Да? И смотрите, куда он... Короче, куда вот эта тюрьма-то... Ой, что это там было? Короче, говорю нормально, заново. Забудьте, что я говорил. Короче, как вы помните, я посадил босса в тюрьму, который сбежал из нее. Потому что это он попал в тюрьму в Roblox. Да? Он из этой тюрьмы сбежал, и по слухам он попал сюда, в эту пиццерию. И ка... Куда пошел? Шел отсюда, мистерия. Шел. Шел. Он меня не хочет пускать. Уйди меня, скелет. Тебе скорая нужна? Пацан. Он выключен. Так. Так, ха-ха-ха-ха. Все ясно. Но это Roblox, он может быть как угодно выглядит. Этот босс. Так, девушка. Здравствуйте, объясните мне. Куда босс делся? Короче, не объясняйте мне. Мне пофиг. Открыли двери. Факси, 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 давай, уже открывайся. Не работает. Не работает. 12 дня. Какой не работает? Все ясно. Это пиццерия с ФНАФом. Непонятно. Что-то я не понимаю, где босс в этой пиццерии. Тот самый. Нет, 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 нет. Я знаю, здесь аниматроника нет. Ставьте лайки, если тоже жалко вам боли. Бедный Дима. Все, что, окончено? А, все. Все, временные неполадки. Мы с тобой знакомы?
блин. Пусти меня! Пицца! Привет! Читайте, что он говорит. Лучше спрятаться от него. Так, как спрятаться? Как они прятались? Угу. Гоу. Кстати, ребят. Он за мной? Короче, ребят, кто помнит этого эндоскелета? Потому что этого эндоскелета трудно не запомнить. Ведь именно про него его можно было увидеть. Вот сейчас пересекаются целых два контента. Да, это тот, это определенно тот. Определенно. Здесь даже музыку не надо накладывать. Фредди! Бадди! Чика! Все. О, блин, гад! Хай! Привет! Вы их всех могли видеть, блин! Блин. Нет. Стойте. Это очевидно. Кажется, я знаю, кто это. Есть тут один эндоскелет. Он почему-то специально не показывался. Фокси. Это... Нет, не Фокси. Привет. Кажется, я знаю, кто это. Нет, я не хочу работать охранником. Ладно. Пицца, пицца, выпусти пицца, меня. Пицца, пицца. Выпусти. Пицца. Выпусти меня. Это он. Блин, вот он этот босс, блин. Бегает. Мы нашли босса. Но его здесь не... Но... Мне кажется, он здесь застрял навсегда. Чика. Понятно. Я лучше пойду, уже поздно. Пицца! Пицца! Так. Сделаем... Возьмем домик себе. Что ж, ребят, я буду здесь теперь жить. Сейчас пора, скоро уже ложиться спать. Пора скоро уже ложиться спать. А?
Что? Не понял. Почему я маленький? А? Не понял. Я не понял. Эндоскелеты. Там Бонни. Дайте мне на Бонни посмотреть моего любимого. Привет! Ха-ха, привет! Привет! Почему я маленький? Не понял. Что ты сказал? А? Фредди, Чика, Бонни и Голден Фредди. Бонни! Я повалил Голден Фредди. За мной. Что делать? Я боюсь. Парень, может, спасешь? О май гад, они пришли за нами. Скелетики хорошие, да, хорошие. Привет. Шел? Нет. Ну попробуй. Что сделаешь? А? Чё? Селёнок нет меня напугать? Чё моргаешь? Я тебя не понимаю. Уходи. А? Чего? Я не понял. Чего я лица играю? Кто я? Чика? Фредди? Голден Фредди? Я высокий, видно. Кем я играю? Кто я? Что происходит? Бонни? Че той Бонни? Фокси? Привет. Ребят! Спасите. Дверь закрыли. Пустите. Я ж такой же, как вы. Ты какой? Что это за халка? А?
Что это за система управления? Я ничего не понимаю. Я эндоскелет? Какого? Что происходит? Кто это? Я больно? Они воспользовались. Я стал каким-то чудом эндоскелетом. Они воспользовались моментом и меня надели. Так, я, получается, стал костюмом. Так. Получается, я стал аниматроником. Как вы знаете, эндоскелет... Эндоскелетов, если вы знаете, кто это вообще такой. Ну, скорее всего, если вы смотрели мой сериал, который вообще не популярный, тогда вы понимаете, кто такой эндоскелет. И вообще продолжение только в двух сериях. Только две серии сериала, теперь все, я буду в такой форме снимать. Потому что мне очень тяжело все снимать, я уже плохо снимать такие долгие серии. Получается, я должен выступать. Прикольно. Ребят, сейчас я лучше просто помолчу. Ну, и мне кажется, да, мы достаточно уже играем, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока!